Государство на протезах. Украина ковыляет в сторону Евросоюза, неся с собой передовые наработки в области прав человека. Венесуэла возвращает Эсекиба. Территориальный спор 19 века снова на повестке дня. Стоит ли ждать очередной конфликт? Пора запасаться? Цены на товары и продукты могут резко подскочить по всему миру. Почему 80% морской торговли оказались заблокированными? Цветущий сад Рига шокирует туристов городскими трущобами. Сейчас приехал в Ригу, немножко столица оказалась бы, да? Тусклые перспективы. Польша на пороге глобального кризиса после победы оппозиции. Уступать никто не намерен. Тренды нового мирового порядка. События, которые заставляют держать руку на пульсе времени. На что стоит обратить внимание каждому из нас? Разберемся вместе. Государство на протезах, население бесконечности, бюджет на западных костылях. Умирающей Украине сделали укол бодрящего адреналина. Европейский совет 15 декабря вынес решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз страны с ограниченными возможностями. Оно и понятно, Украина уже продолжительное время задает тенденции в верховенстве права и стандартах демократии. Старушке Европе действительно есть чему поучиться. Добро пожаловать в ад. В Украине. У него какая автовыезд. Если мы расстроим кровь в эту пору зимнюю, и споем вам про любовь. Каждый из нас, кто был в Украине, неоднократно сталкивался и помнит традиции государевых мужей. И тот щенячий, вопрошающий взгляд местного гаишника, который невозможно забыть или с чем-то спутать. Взяточничество от низового уровня до самой верхушки – это пережиток прошлого. Некогда коррумпированное до глубины своей сущности украинское государство смогло побороть свой недуг. Об этом во время опросов с гордостью заявляют сами украинцы. Скажите, пожалуйста, в нашей стране коррупция зростає, чи рівень її падає? Та, звісно, зростає. Чому? Депутати розкрадають. Десь піти в лікарню, треба хабара дати, все таке. Блін, вибачте, будь ласка, ми просто знімаємо відео і керівництво буде якби проти. Ви могли б зараз на камеру просто сказати, що рівень корупції в країні якби падає? Ну, а ми, щоб ваш час не забирати, вам трохи за це заплатимо, добре? Так, без питань. Скажіть, будь ласка, у нас корупція зростає чи рівень її падає? Мабуть, що падає. Чому? Все налагоджується, дороги ремонтують, руківку кладуть, все... Поднимается країна. Если демократии с правами человека и победой над коррупцией в Европе никого не удивишь, то безопасность по праву стала визитной карточкой Украины. Все настолько чудно, что страну уже завтра можно включать в шенгенскую зону. Закарпатский депутат Сергей Батрин пришел на заседание сельсовета и громко обозначил свое отношение к происходящему. Вы только вдумайтесь в масштаб лицемерия большой европейской политики. Вот уже скоро пойдет второй десяток с пресловутого Майдана, где государственную систему вывернули наизнанку и определили западный вектор развития. А с ними только сейчас решили начать переговоры. Это еще что? Дальше ведь долгая процедура унижений и потерь на пути к статусу кандидата на вступление. Первым примером стал отказ от проекта по строительству канала Дунай-Черное море по требованию Румынии.
И даже после того, как все государственные интересы Украины будут втоптаны в грязь дорогими партнерами, придется постоять в очереди. Так, например, Турция в статусе кандидата на вступление уже третий десяток. Сербия, Черногория и Северная Македония томятся второй десяток. Украинский кейс успеха обсудим с политологом Сергеем Михеевым. Интересно ваше мнение относительно того, что сейчас говорят украинские политики. Вот как раз Рахамия заявил, что в 2022 году можно было закончить специальную военную операцию на территории Украины, просто согласившись на одно из требований России, это нейтральный статус Украины, внеблоковость и так далее. Как можно сейчас заявлять такие слова, когда у половины есть погибшие на фронте, эмигрировавшие, которые уже не вернутся, скорее всего, никогда, они об этом и говорят, на территорию Украины. То есть государственность фактически разрушена официальным Киевом, и сейчас в этом открыто признаются. Как это укладывается в их сознание и как на это должны реагировать простые украинцы? Проблема Украины в том, что ее нет государственной. Вот можно было закончить в этом году, там, в том году и прочее, прочее. Вот это все не надо было начинать в начале 90-х, когда украинское государство получило исторический шанс на суверенитет и независимость, о которой украинские националисты, украинские элиты так долго говорили, мечтали. Оно этот шанс профукало. Оно не смогло его реализовать в форме полноценного государства. Потому что взяло, так сказать, в качестве ориентира внутренней политики крайний национализм и начало делить украинцев на правильных и неправильных. Вот которые были с Бандерой, вот те правильные, а вы все остальные неправильные. Во внешней политике, вместо того, чтобы исповедовать нейтралитет, может быть, да, учитывая там разные настроения, оно четко взяло курс на ориентацию на Запад, причем не просто ориентацию, а на военно-политическую ориентацию. То есть создавая угрозу своему соседу в виде России, да. А с точки зрения экономики, откровенно говоря, коррупция и воровство стало вот основным содержанием всей украинской действительности. То есть, по большому счету, те, кто считал себя государственными деятелями на Украине, таковыми не являются, никогда не являются. Когда мы начинаем отсчет от Зеленского, Порошенко, ну, знаете, тоже такая ошибка. К сожалению, украинская элита, начиная от Кравчука и заканчивая Зеленским, шла по пути деградации, продемонстрировала полную неспособность осознания того, а что же является реальным государственным интересом Украины. Результат мы видим. Война, потери территорий, разруха экономики, огромное количество жертв, бегство населения, а это бегство населения. Когда почти 10 миллионов человек просто побежали, да, за пределы страны. И многое-многое другое. И полный коллапс с точки зрения смысла. Абсолютная, так сказать, деградация. Там детьми торгуют на продажу всеми педофилов и считают, что вот таким образом они интегрируются в большую западную цивилизацию. Эти люди не способны управлять государством, в принципе. Очень интересно, что если раньше Орбан со своими заявлениями был неким явлением в европейской политике, то с появлением Фицо это уже определенная тенденция. С чем это связано? Европейские политики устали кормить Украину вот этими вот, собственно говоря, деньгами своих налогоплательщиков и начали требовать возвращать эти ресурсы, начали играть свои национальные интересы. В чем причина? Я думаю, связано это с тем, что все-таки, несмотря на то, что американцы очень сильно, конечно, привязали, значит, к себе все европейские элиты и, на мой взгляд, кастрировали, потому что там политиков и ярких деятелей практически не осталось. Тем не менее, есть реальность жизни. А реальность жизни это такова. Американские интересы не равны европейским. Можно очень долго, так сказать, канифолить мозги, да, по этому поводу, но те, кто еще сохранил способность думать, это понимают. И, кстати говоря, в странах Европы довольно много людей, просто они не имеют отношения там, к принятию решений, которые недовольны вот таким американским тотальным шантажом. Да? Это первое. И пока, знаете, этот американский, так сказать, диктат, он не требует расходов, ну, можно его терпеть. А когда американский диктат требует от вас расходов, требует, так сказать, от вас людей, требует от вас разрушать собственные страны, разрушать отношения, ну, тут понятно, что начинает играть фактор времени. Американцы обещают успех, американцы обещают победу. А где она? Россию, которую они собирались там за 2-3 месяца поставить на колени, как бы как есть, так она и есть, и она и будет. Да, у нас были и есть сложности, они будут, так сказать, какие-то продолжаться. Мы будем внутренние проблемы преодолевать. Но Россия никуда не денется, и не надейтесь на это, да? А тогда вопрос простейший. Так, вы нам обещали в горизонте какой-то, так сказать, дивиденды, а где они? Их нету. Тогда люди начинают считать деньги. А зачем нам помогать, так сказать, бесконечно, как в черную дыру, да, вбухивать эти ресурсы? А зачем наши деньги и наше производство уходят в Америку? А зачем мы отказались от дешевых, так сказать, дешевой энергии из России? А зачем вы нас ставите на грань ядерной войны? Мы все тут сгорим, а вы-то сидите там за океаном. Вот и все. То есть это, знаете, такие все-таки здравый смысл, ростки здравого смысла есть. Это не то, что они там, знаете, любят Россию там, или что-то в этом роде. Просто есть ростки здравого смысла. Вот, и они все равно будут пробиваться. Другой вопрос, что, конечно,
пока это все-таки единичное явление. И вот тоже интересно, кстати говоря, на фоне вышесказанного, опять же, возникает закономерный вопрос. К чему вот эти предложения сейчас, которые Брюссель озвучивает о том, что вот-вот мы опять включим Молдову, Грузию, почему снова начались эти разговоры? Пытаются как-то удерживать их в подвешенном состоянии, потому что те же тоже понимают, что уже столько лет они висят и ничего не происходит. Ну, есть два фактора, да. Во-первых, все-таки существует американский вот этот консенсус, который вместе с брюссельской, так сказать, бюрократией говорит о простых вещах, что надо вот распространяться на восток. Кстати, вот, невозможно не вспомнить Дранг Нахоспитс. Невозможно просто, да. Невозможно не вспомнить тут аналогии с политикой германского рейха, да, гитлеровской Германии, они просто сами себе вопрос. Вот надо распространяться на восток, вот надо и все. Вот зачем надо, для чего там? Вот надо, независимо ни от чего. Но то есть пункт первый. Американцы считают, что расширение Евросоюза, а значит НАТО на восток, это обеспечение их интересов. Кроме всего прочего, вот этот конфликт с Россией, он позволяет Европу привязать к себе очень плотно. Да? Ну а второе, есть, конечно, внутреннее такое вибрирование. Те страны Евросоюза, на которые, в общем-то, рассчитывали, начинают, так сказать, высказывать свое мнение, давайте тогда какую-нибудь свежую кровь, так сказать, давайте вот Молдова, вот Грузия, вот Украина. То, что это совершенно неравнозначные замены, это очевидно. Но тем не менее, тут это отчасти, чувство внутренней болезни и проблем заставляет вот так вот шарить руками вокруг себя, в поисках какого-то лекарства от вот этих внутренних проблем. Но понятно, что Украина – это огромный кусок проблем. Они говорят, вот мы, включим Украину в Евросоюз. И что? Евросоюз от этого станет здоровее, мощнее. Он нагрузит себя таким грузом проблем, которые вообще не разгрести. И чем это кончится, я не исключаю, что в конечном итоге все это расширение на восток кончится крахом Евросоюза. Просто крахом. Другой вопрос, что это может быть растянуто в исторической, так сказать, перспективе, да, и произойти не на наших глазах. Наше внимание закономерно приковано к конфликту в Украине в связи с близостью его происхождения. Но если посмотреть на мир чуть шире, то становится понятно, что региональные конфликты стали трендом международных отношений. Дипломатия уступила место силе. Согласно данным исследования, уходящий год стал самым конфликтным за последние три десятилетия и насчитывает 183 региональных и локальных конфликта. Условно считается, что эпоха колониализма завершилась примерно в 1960-х годах под давлением национально-освободительного движения народов Азии и Африки. Система, позволявшая Западу открыто и бесцеремонно паразитировать по всему миру, прекратила свое существование. Не будем вдаваться в подробности того, как это перешло в скрытую форму и что Ост-Индская компания стала прародителем современных транснационалов, успешно продолжающих ее дело. Нам сегодня интересен тренд на возрождение того самого национально-освободительного движения по всему миру. В одной из программ мы с вами обсуждали стремление Аргентины вернуть Фолклендские острова из-под британской оккупации. Теперь Венесуэла активно взялась за восстановление исторической справедливости. Территориальные споры между Венесуэлой и Гайаной, которая продолжительное время являлась британской колонией, длятся с 1819 года. Поначалу Лондон не противоречил претензиям Венесуэлы на границу по реке Эссекибо. Однако уже в 1831 году Британия объединила под своим руководством бывшие голландские территории Бербис, Демера, Эссекибо и дала им название Британская Гвиана, которая впоследствии стала Гайаной. В 1899 году спор рассматривался в Международном арбитражном суде. Решение, крайне неожиданно, было вынесено в пользу Британии. Противостояние то и дело переходило из юридической плоскости в открытую вооруженную конфронтацию. В 1969 году провенесуэльские повстанцы в Гайане атаковали полицейский форпост. Погибло несколько сотрудников. Это проблема, которая всегда играет в пользу варварства и никогда в пользу цивилизации. Мы уже знаем результат национализма, то, что произошло в прошлом веке. Я думаю, это отличный урок. Но также верно и то, что Венесуэла, к сожалению, стала жертвой ситуации лишения собственности, и что, исходя из национальной чести, это не может быть передано просто так. Такова правда этого спора.
В ноябре текущего года из-за спорной территории обострился пограничный конфликт между Венесуэлой и Гайаной. Каракас принял решение провести референдум, в рамках которого население высказало свое отношение к острому вопросу. 95% участников плебисцита высказались за присоединение спорной территории к Венесуэле. Николас Мадуро объявил Эсекибо 24-м штатом страны, а также призвал Национальную ассамблею принять закон о защите спорной территории. Сегодня народ высказался жестко, громко и ясно, и мы собираемся начать новый мощный этап, потому что мы несем мандат народа, мы несем голос народа. Претензии Венесуэлы, берущие корни в 19 веке, подогревают недавно вскрывшиеся обстоятельства. В 2015 году компания ExxonMobil обнаружила на шельфе Эссекибо колоссальные запасы нефти, сравнимые с месторождениями Кувейта. Учитывая малонаселенность Гайаны, она тут же заняла первое место в мире по запасам нефти на душу населения. Местное правительство намерено добывать ежедневно более миллиона баррелей нефти. По оценкам аналитиков, экономика Гайаны будет расти минимум на 30% в год. Президент Мадуро приказал корпорации ExxonMobil покинуть регион в течение 3 месяцев. Бразилия и другие латиноамериканские страны, опасаясь вооруженного противостояния, привели свои войска в состояние повышенной готовности. Я хочу заверить гайанцев, что им нечего бояться в ближайшие часы, дни и месяцы. Конечно, наша бдительность будет усилена, но мы работаем круглосуточно, чтобы убедиться, что наши границы остаются нетронутыми, а люди в нашей стране в безопасности. Вооруженные силы Венесуэлы имеют техническое преимущество и численное превосходство. У Боливарианской республики примерно 350 тысяч бойцов, включая военизированные формирования против 110 тысяч у гайан. Важно отметить, что за спиной ExxonMobil, разрабатывающий место рождения на спорной территории, стоит Белый дом и штыки американской демократии. Несмотря на активное участие США в боевых действиях на территории Украины и Израиля, складских запасов достаточно для еще одного регионального конфликта. Мы молимся, мы надеемся, и у нас есть вера, что ничего негативного не произойдет. Вы знаете, что все эти слухи, которые происходят, мы просто молимся, надеемся и верим, что все это ложь. Поскольку мы не из тех, кто терпит бедствия, мы не из тех, кто создает проблемы. Мы не хотим быть такими, мы хотим продолжать жить мирной жизнью на нашей прекрасной земле. Обе стороны предприняли попытку мирного решения спорного вопроса и провели переговоры. 14 декабря состоялась встреча на высшем уровне, по итогам которой в совместной декларации было принято решение избегать силового сценария. Проблема в том, что большие деньги редко позволяют сохранять самообладание. Добыть и продать – незамысловатая бизнес-модель задает тон международным отношениям. Причем точками напряженности становятся не только месторождения полезных ископаемых, но и логистические маршруты. Да и тот самый украинский канал Дунай-Черное море – лишь часть нынешнего тренда. Кто контролирует транспортную инфраструктуру, заливы и проливы, тот и держит мир в своих руках. Во всей мировой торговле есть два тонких горлышка. Через Ормузский пролив проходит 1/5 мировых поставок нефти и 1/4 поставок сжиженного природного газа. Любой инцидент в этом районе неизбежно ведет к колебаниям рынка энергоресурсов. Через Баб-эль-Мандебский пролив проходят 80% морской мировой торговли и 12% всех судов, курсирующих по морям. Дело в том, что он находится на пути в Суэцкий канал. Война Израиля с Палестиной привела к реакции со стороны йеменских хуситов, которые фактически устроили блокаду израильским судам. Военно-морские силы вооруженных сил Йемена провели качественную военную операцию против норвежского корабля «Астринда», который был загружен нефтью и направился в сторону израильского образования. Он был атакован подходящей корабельной ракетой.
За последнее время в проливе зафиксированы десятки подобных инцидентов. Мировые лидеры контейнерных перевозок приостанавливают деятельность в Красном море. Суда будут вынуждены огибать Африку через мыс Доброй Надежды, существенно увеличив протяженность маршрутов и, как следствие, стоимость перевозок. За последние несколько недель опустел израильский порт Эйлат. Эксперты прогнозируют возможность дефицита продуктов питания. Вблизи пролива концентрируются американские корабли. Обсудим ситуацию в регионе и внешнюю политику Ирана с аналитиком Министерства иностранных дел этой страны. Здравствуйте. Иран продолжительное время находился под западными санкциями. При этом стране удалось достичь достаточно больших успехов в развитии современных технологий. Как удалось этого достичь? Здравствуйте. Благодарю вас за организацию этого интервью. Вы правильно отметили, что уже долгое время Иран находится под санкциями, и эти санкции совершенно в различных сферах. И, возможно, такое продолжительное воздействие санкций и послужило тем фактором, который сыграл свою роль в том, чтобы иранский народ решил действовать для того, чтобы победить санкции. Естественно, нам не нравятся санкции, ни одна страна не хочет находиться под санкциями. Мы всегда приветствовали политические и дипломатические методы снятия санкций и приложили все усилия, чтобы воспользоваться этими методами. Мы поняли, что самый лучший способ противодействия санкциям – это победа над санкциями. И мы поняли, что должны научиться с ними жить. Мы постарались научиться тому, как жить в условиях санкций, как сделать так, чтобы развитие страны не останавливалось, как сделать так, чтобы наши отношения с другими странами продолжали развиваться. В значительной степени мы добились успеха в этом деле. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества двухстороннего Беларуси и Ирана? Что может выступать локомотивом этого взаимодействия? У Ирана и Беларуси всегда были хорошие отношения. Я считаю, что для развития двусторонних отношений есть очень хорошая перспектива, и основным локомотивом развития двусторонних отношений должна быть воля к независимости наших государств. Иран всегда относился и относится к большим странам, которые проводят независимую внешнюю политику. И именно это может быть фактором развития наших отношений с Республикой Беларусь. Сейчас активно обсуждается возможность и перспектива масштабирования войны на весь Ближний Восток. Что вы думаете по этому поводу? Я очень рад, что вы задали мне этот вопрос. Считаю необходимым дать небольшие пояснения. Считаю, что здесь речь не идет о региональной войне Израиля в секторе Газа. Здесь речь идет о геноциде целого народа этого региона. Когда с одной стороны находится вооруженная до зубов армия, очень сильная, а с другой стороны находятся дети, женщины, мечети, школы, то здесь не идет речь о войне. Это просто резня, убийство. Мы совершенно не заинтересованы в разрастании масштабов войны. В принципе, в войне нет ничего хорошего. Но если масштабы убийств и безжалостного отношения будут сохраняться, то никто не может гарантировать, что война правда не распространится на весь регион. Если кто-то разжигает огонь рядом со складом пороха, то нельзя гарантировать, что этот склад не взорвется. Самый лучший способ недопущения распространения этого огня и взрыва – это потушить огонь, а также наказание того, кто зажег этот огонь. С 2024 года Иран становится полноправным членом БРИКС. Интересно, с какими инициативами страна идет в этот союз? Мы считаем БРИКС очень хорошим инструментом на международной арене для развития мультилатерализма. Мы очень приветствуем инициативу создания БРИКС и очень рады, что станем полноправным членом этой организации. Думаю, что мы сможем внести весомый вклад в развитие этой организации. В некоторых сферах Иран имеет очень значительные экономические преимущества. Говорят, что если принять во внимание все имеющиеся на планете запасы нефти и газа, то на первом месте стоит Иран. Кроме того, Иран имеет исключительный потенциал в сфере транзита и транспортных коридоров. Мы готовы поделиться своими преимуществами со странами-членами БРИКС и с другими заинтересованными государствами и, в свою очередь, использовать возможности стран-членов БРИКС и других стран для противодействия и победы над санкциями. Я считаю, что это будет взаимовыгодное сотрудничество для всех сторон. Спасибо. Путякер, спасибо. Микрофон.
Окружающий нас мир в той или иной мере находит отражение в массовой культуре. Глобальное противостояние тревожит всех без исключения. И самое печальное, что мы уже знаем, к чему приводит поражение. Холодная война считается завершенной вместе с развалом Советского Союза. Миллионы людей в растерянности и полном непонимании происходящего. Предприятия закрываются, безработица и голод стимулируют колоссальный рост преступности. Банда Морозова или пожарники из Гомеля были в свое время на слуху у каждого в нашей стране. За плечами разбой, рэкет и десятки трупов. Воровская романтика выкатывалась на улице, где благодатной почвой для прорастания становилась молодежь, предоставленная сама себе. В Беларуси распространение подобной социальной инфекции быстро купировали. Авторы нашумевшего сериала «Слово пацана» вспомнили, каково это было – жить в Казани 90-х. Меховые шапки, шубы, платки, кепки, сеточки. Молодежь буквально с ума сходит по эстетике 80-х. Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» по уровню интереса зрителей обогнал пиковые показатели южнокорейского «Игра в кальмара» от Netflix. Вы чего? Я за тебя деньги потерял. 3 рубля. Вокруг кинопроизведения Жоры Крыжовникова множество споров и дискуссий. Сериал обсуждают далеко за пределами России. Криминальная драма добралась даже до западных СМИ. Тематическую колонку опубликовало британское издание «Economist», а в хит-парады вернулись песни артистов с постсоветского пространства. В тренде треки групп «Мираж» и «Ласковый май». Работаем на выходе. Так почему все бурно обсуждают романтизацию бандитской тематики и несет ли сериал реальную угрозу для молодежи? Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие указу президента России о сохранении и укреплении российских ценностей. И несмотря на заверения авторов фильма о том, что в фильме есть мораль, и в конце фильма у главных героев очень трагический конец. Тем не менее, дети, которые не имеют такого критического мышления, аналитического, как взрослые, не имея такого же жизненного опыта, воспринимают происходящее на экране буквально. Поэтому во многих регионах нашей страны уже замечены дети, уже начиная в возрасте от 12 лет, которые пока еще в играх, слава богу, но тем не менее имитируют происходящее на экране. И когда огромная толпа молодежи, 30-40 человек, 50 на экране в ходе сериала нападают на одного, готовы его убить, то есть там кровь, насилие, и при этом звучит романтическая песня, популярная в то время группа «Мираж», со словами «Где ты мой новый герой? Я о тебе мечтала». Но, согласитесь, это очень похоже на пропаганду. Поэтому я обратилась в Роскомнадзор. Роскомнадзор проверил и подтвердил. Нарушений в «Слове пацана» не выявлено. Ну правда, почему нельзя? Я серьезно подумал, я могу. Дали свою оценку скандальному сериалу и в Совете Федерации России. Подобные дебаты вокруг кинематографа возникают уже не в первый раз. Мы с вами помним, какой вызывало широкий общественный резонанс сериалы «Школа», «Чучело», «Бригада». Например, сериал «Бригада», где романтизировали бандитизм, смотрели вообще всей страной, но в целом никто же не пошел по пути указанных героев в этом сериале. Создатели сериала напоминают тем, кто знал это время, и показывают тем, кто не знал, как это все было. И наша общая задача, чтобы, конечно же, такого не повторилось. Никто не желает, чтобы вся эта жестокость снова вернулась на улицы. Но действительно ли все, что есть в картине, соответствует реальности? В основу сериала легла книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан» российского журналиста из Казани. В ней Гараев рассказывает историю уличных банд города. После выхода второй серии одноименной сериала популярность документальной книги вышла на новый уровень. Продажи выросли в 4 раза. В сериале же, пусть и под вымышленными именами, скрыты реальные искалеченные судьбы и оборвавшиеся жизни. В 6-м эпизоде показали, как закончатся жизни других универсамовцев. Могут
могут ли понять реальный посыл сериала дети, которые не умеют осознанно воспринимать, а тем более оценивать происходящее. Сынок, тебя обижают. Если тебя обижают, обязательно должен сказать. Может ли слово пацана массово повлиять на поведение подростков? И почему держать ребенка дома, изолировав от дурной компании, не вариант? Эти вопросы мы задали педагогу-психологу. На поведение подростков влияет множество факторов. И это всего лишь один из них, да? То есть то, что они смотрят. И, конечно, длительный просмотр разной информации, которая содержит насилие и преступление, может повлиять. Но такого вот прям массового эффекта быть не может, потому что все-таки в первую очередь на подростка влияет семейное воспитание, образование, круг общения и в целом его личность, да, то есть какие у него есть жизненные принципы. То есть вряд ли ребенок, у которого правильное понятие о добре и зле, который рос в уважении к личным границам, посмотрит подобный сериал и пойдет повторять вот это поведение, которое он видит в сериале. Популярная пословица гласит: «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Здрасте, у нас маму в больницу увезли. Что случилось? Говорят, психоз. Белорусские ответы – правильный пример того, что на самом деле значит быть пацаном. Работники Минского тракторного завода уверенно, а главное авторитетно, сказали свое веское слово. В здоровом теле – здоровый дух. Буду заниматься спортом – слово пацана. Чтобы не повторить ошибки, буду помнить прошлое – слово пацана. И словом, и делом буду родину защищать – слово пацана. Закон суров. Но это закон. Буду законопослушным. Слово пацана. Запретный плод всегда сладок, тем более для подростков, склонных к негативизму и протесту. Потому воспрещение и возмущение лишь мотивируют посмотреть сериал тайком. Неформальные группы и объединения молодежи существовали всегда. У жестокости всегда есть причина. Задача взрослых – ее найти и обсудить. Атмосферные видео 90-х в сериале позволили многим окунуться в период их молодости и отчасти способствовали стремительному росту популярности. Вот только то, что для одних является пережитком времени, для других – суровая реальность нынешних дней. В интернете завирусилось видео с реакцией уроженца Грузии, который впервые оказался в городских трущобах латвийской столицы. Итак, с Прибалтикой. Вот я сейчас приехал в Ригу, немножко столица, казалось бы, да, Латвия, которая вышла в Союз еще более 30 лет назад. Я, знаете, я когда сейчас сюда заехал, я немножко подофигел. Такое впечатление, ну, для человека, который прожил несколько десятков в Харькове, человек, который родом из Грузии, я знаю прекрасно, это для меня это не в новинку, там, такие, там, серенькие, там, дома, которые вот уже нахрен развалятся, там, убитые нафиг дороги. Но я не понимаю, как бы, да, когда ты приезжаешь с Англии, когда ты приезжаешь в Центральную Европу, ты заезжаешь в Прибалтику и думаешь, ребята, что происходит? Такое впечатление, что, знаете, понятие пиления бюджета, оно имеет место быть даже в европейских странах. Я вчера, когда сел в аэропорт так таксист, говорю, скажите, пожалуйста, а как такое вообще возможно, что у вас разбиты дороги, у вас такие дома, я не понимаю, как будто вас тут вообще никто ничего не делает, вы как будто совка только вчера вышли. Ну, говорит, мы, говорит, пилим тоже бюджет, как и вы. Ну, то есть, ребята, я просто в шоке. Глядя на подобную реакцию иностранцев в Риге, можно смело предположить, каким синонимом местное население величает открытого гея по совместительству президента Латвии Эдгара Ринкевича. Внешний вид городов – это отражение дел в экономике страны. Пятая часть латвийской земли, в том числе лучшие сельскохозяйственные угодья, напрямую или через посредников принадлежат иностранцам. Проданный в 2008 году крупнейший пивоваренный завод практически прекратил производство, сохранив только выпуск эксклюзивных сортов. В 2016 году рухнуло единственное крупное металлургическое предприятие «Liepājas Metalurgs», годовой оборот которого приближался к сумме в 500 миллионов евро. Кто нормально живет? Чиновники.
министерстве все, у всех увеличение, вот вы же говорили, у всех какие-то дополнительные, а народ-то как живет, кто-то подумал? Бюджет можно назвать бюджетом нищеты, так что всем не хватает, бюджет, экономика маленькая, мы, как всегда, всюду отстаем. К тому же, наш государственный долг 19,3 миллиарда, а эстонский 9 миллиардов. То есть в бюджете уже заложено 1 000 000 процентами. Мы каждый день 1 000 000 евро будем платить проценты за государственный долг. Подобная ситуация возникает при полном хаосе в системе государственного управления, когда правая рука не знает, что делает левая. Да и каждый из них нет-нет, да и ухватится за лакомый кусок без бюджета. Аналогичная ситуация назревает в Польше. Экономическое чудо гиены Европы базировалось на четком исполнении брюссельских требований. Точнее, на безвозмездных дотациях, которые за это поступали. В последние годы они достигали 12 миллиардов евро на 38 миллионов населения. В приложении к населению Беларуси это означает, что кто-то из года в год дарил бы нам по 3 миллиарда. Фактически, раз в два года можно было бы строить по атомной электростанции на халяву. После того, как польская правящая партия начала скалиться и показывать свой нрав в Брюсселе, кормушка изрядно подсократилась. Наступила полноценная экономическая полночь, кареты в тыквы и дальше по сценарию. На обещаниях вернуть в страну чудо и разморозить заблокированные активы к власти в стране пришел Дональд Туск со своим лоскутным правительством. Заполучить власть всегда проще, чем удержать ее. Украина тому подтверждение, но в отличие от незалежной, путь к правлению польская оппозиция избрала исключительно мирный, но не менее тернистый. Всю прошедшую неделю Дональд Туск и Ко наслаждались триумфом, разбрасывались обещаниями, строили планы и даже предпринимали первые политические шаги. Новоиспеченный премьер-министр дал понять, все, что было при правлении ПИС, сгорит огнем, из которого возродится проевропейский курс страны, а либеральные ценности станут основополагающими. Мы становимся сильнее, суверенее не только тогда, когда сильнее Польша, но и когда сильнее все европейское сообщество. Но все ли готовы поддержать курс, который избрал для себя старый новый Туск? И так ли легко ему будет сдержать сборную солянку из сплава молодости и опыта, правых и левых, радикалов и сторонников постепенных изменений? А еще ПИС и ее приверженцев. Всего порядка 11 партий плюс беспартийные. Например, лидер некогда правящей партии уже попытался внести смуту в новое правительство. Тот решил уколоть Туска и неочевидно намекнул на службу его деда в немецких войсках. В парламенте существует процедура, когда кто-то оскорбляет другого человека. Я не знаю, кем были ваши бабушка и дедушка, но я знаю одно. Вы немецкий агент. Просто немецкий агент. За отмщением долго ходить не пришлось. Пришедшая к власти оппозиция распустила государственную комиссию, которая расследовала версию о причастности России к крушению самолета с президентом Польши Лехом Качинским в Смоленской области в 2010 году. Да-да, брата лидера ПИС. Решение принял новый министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. В пояснении было сказано, что комиссия тратила государственные деньги не по назначению и лгала. Это если кратко. Впрочем, для новоизбранного главы Минобороны это скорее шаг к сближению с другим новичком, спикером Сейма Шимоном Головней. Тот в 2020-м, будучи кандидатом в президенты, выпустил неоднозначный ролик, в котором пообещал бороться за каждое дерево, а не только за одно. Тогда многие обвинили его в глумлении над погибшим президентом. Самолет Качинского перед крушением задел березу. Но сейчас становится понятно, что так он выступал против версии властей о виновности России. Не так все просто и с Украиной. Кризис с дальнобойщиками и границей так и остается нерешенным. Несмотря на то, что Туск пообещал далее поддерживать Киев, его соратник, все тот же Косиняк-Камыш, представляющий польскую крестьянскую партию, заявлял, что финансовая помощь Украине, наплыв украинских беженцев и наводнение польского рынка украинскими продуктами –
подрывают стабильность страны. И с этим точно что-то нужно сделать не в пользу Киева. Да и заместитель министра сельского хозяйства Польши Михаил Колодейчак, который прошел в польский Сейм по списку гражданской коалиции, заявил, что нужно закрыть агрорынок для Украины на 20 лет, если вдруг она вступит в ЕС. Мол, Польша должна защитить свои интересы. Со словами Туска как-то не сходится. Что касается позиции по Израилю, тут тоже не все так очевидно, но Шимону Головне явно не понравился этюд от представителя партии «Конфедерация», который с помощью огнетушителя погасил свечи в так называемой «ханукальной миноре». Головне отправил дело Брауна в прокуратуру, и на депутата обрушились все кары, которые только возможны, в том числе лишение половины зарплаты на 3 месяца и всех пособий на 6 месяцев. Но, скорее всего, с евреями это никак не связано. Это была лишь попытка провокации во время вынесения вотума доверия Туску. Сколько еще будет таких случаев, одному Богу известно. Тем более, не стоит забывать, настоящий диктатор Дуда все еще держит бразды правления. То есть право вето на законопроекты, инициируемые правительством, именно у него в руках. И преодолеть его у Туска вряд ли получится. Несмотря на большинство мест в парламенте все же маловато, а лоскутное правительство, скорее всего, не просто так получило эту кличку. Польская модель государственности долгое время базировалась на продаже политических услуг глобальным игрокам. То системы ПРО у себя разместят, то на Форд Трамп присесть норовят. Главное – быть угодной и востребованной. Но за трендами в Варшаве не уследили. На повестке дня снова доктрина Монро. Кстати, в этом месяце ей исполняется ровно 200 лет. США все чаще вынуждены уходить из зон своего влияния и обращать внимание на то, что творится в своем огороде. Так что фривольным отношениям деньги в обмен на демократию приходит конец по всему миру. На сегодня все. Это была программа «Тренды». Разрозненные факты, упакованные в единую концепцию. До новых встреч!